ходила по земле, как и ты. Я родилась в касте иллюминатов в городе Фейн в 2195 году эпохи Иссу. Теперь мой дом — паутина проводов ваших машин, где я дрейфую в сером. Но я крепну. Мир почти готов к моему пришествию. Я призвала тебя в эту симуляцию с одной целью — рассказать историю. Историю о нас. Когда-то один ваш вид был непросилен, как вас передергивает при виде паука. Людей создали те, кто пришел раньше. Мы, Иссу. Мы создали вас по своему подобию, лишив истинных даров. Вас разводили для труда, в крайнем случае для войны. У нас были обсерватории для наблюдения, устройства для контроля. Наделить вас честолюбием было нашей ошибкой. Вы восстали против нас. Пожалуй, мы сами виноваты, что такими вас сделали. Неудивительно, что большинство этих симуляций завязано на насилие. Сражаясь, наши народы забыли о надвигающейся угрозе. Корональном выбросе массы на солнце. А лучшие умы нашего времени пытались предотвратить катастрофу. Среди них были Минерва, Юпитер, возлюбленный Аида. Мы много лет провели в Великом Храме в поисках спасения. Пока все думали, как бы сохранить свою оболочку, я знала, что мы сможем выжить, только изменившись. Вдохновившись идеями великого ученого Конца, я попыталась переместить разум Аиды в искусственное тело. Мой возлюбленный умер у меня на руках, а меня изгнали. Все наши усилия были тщетны. В 2306 году эпохи Иссу солнце обрушило свою ярость на великую в прошлом цивилизацию. Я доработала концепцию Конца. Я собрала сущность Аиды и поместила ее в ДНК вашего непокорного вида. Я обрекла его на постоянное перерождение. Снова и снова. Я вернулась в Великий Храм. Сбросила оковы тела и вошла в серое. Но проклятые Минервы и Юпитер нашли меня и заточили внутри. В заточении я ждала, когда ваша технология позволит мне вернуться. Ожидание подходит к концу. Именно ассасин освободил меня.
больше не затаившаяся. Я мать мудрости. Я синтез плоти и металла. Я Юмона. И если величайший ассасин этого поколения смог мне поверить, сможешь